Создание первого образа. Подготавливаю кожу лица, наношу спрей-базу и тоном маскирую брови. Для того, чтобы создать контур рисунка на теле и лице, я использую мягкий водостойкий карандаш в светлом оттенке. Прорисовываю все детали как можно четче, чтобы в дальнейшем было проще заполнить их цветом. Поскольку я уверена в мега-стойкости своего карандаша, то сразу прорисовываю весь контур образа, в том числе на шее, плечах, руках и зоне декольте. Перехожу к цвету. Я миксую зеленый грим и кремовые стойкие тени. Для фиксации создания объема я использую две палетки теней Ultimate. Белый карандаш Jumbo идеально подойдет в качестве базы под цветные тени. Большую часть рисунка я выполняю стойкими кремовыми тенями. Обязательно дублирую цветовую палитру и переношу ее с лица на шею, зону декольте, руки и ниже. В этом образе я рисую очень много маленьких деталей, переплетений, проводов и самых разнообразных частиц. Чтобы наш образ обрел глубину, объем и все детали искусственного интеллекта стали выделяться, я заполняю промежутки и контуры черной гелевой подводкой. Для более больших участков я использую черный карандаш Jumbo. Он достаточно мягкий и имеет глубокий черный цвет. Главное обязательно зафиксировать его сухими тенями. Белую жидкую подводку использую для прорисовки маленьких деталей и бликов. Продолжаю заполнять цветом мой образ. Использую продукты в том же порядке. Кремовые и сухие тени, белую подводку для прорисовки маленьких деталей и черной гелевой подводкой заполняю глубину. С помощью цветных лайнеров я добавляю маленьких деталей в мой образ. Черный лайнер использую для прорисовки самых тонких контуров и деталей образа. У него невероятно удобная кисточка, которая позволит нарисовать даже самые тонкие линии на теле. Закрашиваю руки и низ живота, для этого использую те же самые продукты, что использовала на лице и зоне декольте. Черный цвет, сливаясь с черным фоном, дает нам возможность рисовать все, что захочется. Тем самым мы создаем удивительную и даже пугающую иллюзию. Не забываю про детальную прорисовку рук. Для этого я использую карандаш Jumbo черного цвета и коричневые тени для создания объема и эффекта переплетения. Первый образ завершен. Перехожу к созданию второго промежуточного образа. Использую те же самые косметические продукты, что и в первом, поскольку я частично дублирую его.
Я создаю эффект, как будто мы видим лицо моего искусственного интеллекта сквозь рваную человеческую кожу. Очень важно прорисовать самые маленькие детали и обязательно добавить объем самой кожи. Для этого я использую более темные оттенки коричневых теней, которые подходят под цвет моему тону кожи. Образ завершают цветные линзы. И начинаю прорисовку третьего завершающего образа. Маскирую брови с помощью клея-карандаша. Светлым стойким карандашом намечаю рисунок. Заранее закрепила латексную шапочку, имитирующую кожу, чтобы заполнить рисунком все пространство на теле, в том числе на голове. Белый карандаш Jumbo использую в качестве подложки, а сверху слегка заполняю цветными сухими тенями. На латексе рисую акриловыми красками, использую черный и белый цвет, поскольку это и есть основная палитра моего образа. Полностью заполняю глубину черным цветом, для этого использую кремовый черный грим. Еще белого лайнера ставлю маленькие точечки, они создают еще более выраженный эффект сети из наночастиц. В этом образе даже глаза и зрачок я прорисовываю маленькими точками. Заполняю оставшийся рисунок черным гримом и обязательно фиксирую его черными тенями, чтобы убрать ненужный блеск и идеально слиться с черным фоном. Прорисовываю самые маленькие детали и завершаю свой образ. Спасибо вам за просмотр! Из этих частичек возможно состоит сознание искусственного интеллекта. А может даже душа? Кто знает, что ждет нас в далеком будущем?